акция «Файтклуб». Это всенародная акция, она проводится во многих городах и направлена на сбор одноразовых подгузников для детей-сирот, для отказных и брошенных детей, которые находятся в больнице по определению статуса. К сожалению, в бюджете учреждения нет такой статьи расходов, как покупка одноразовых подгузников. И они туда поступают только благодаря неравнодушным людям. Помочь детям-отказникам проявить доброту, сочувствие. Этого нам очень сейчас не хватает. Очень. Поэтому стараться должны все. Чтобы люди как бы обратили внимание нуждающимся, дети, которые остались без родителей, от которых отказались. Мы у себя в Уфе проводим ее 2 или 3 раза в год, смотря по потребностям. Когда у нас запасы памперсов истощаются, мы проводим следующую акцию. В течение года 10 тысяч штук подгузников, может быть, даже 20 тысяч штук подгузников. Это примерный расход на год, это на больничных детей, тех, кто находится в больнице. Мы очень рады, что много есть неравнодушных людей. Здесь очень много людей, у которых у самих есть дети, и они прекрасно понимают, в чем эта проблема и почему так важно для детей одноразовых подгузников. Чтобы помочь сиротам, по-моему, для этого проводят. Помочь сиротам надо помогать всем миром. Это мероприятие очень положительное. И я считаю, что в наше время помочь детям – самое большое дело.